И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и как вы видите, я все еще продолжаю играть в Арк. Да, вторая серия нового сезона. Как вы видите, как вы помните из последнего, и последнее, на чем я закончил со словами «зайду завтра», «зашел завтра». Вот, и как вы видите, да, Карна, пожалуйста, убил меня. Кстати, да, он все так же на сервере Саваж, вот он, Саважик. Ссылочка в описании, все дела, все как обычно. Суть-то в чем? Как я и говорил, тут уже сложно сказать, то ли натравили на мой дом, то ли просто Карна сам сагрелся. Не знаю. Но давайте уже респаться. Хотя вот кроватка моя стоит, спальный мешок даже стоит. Давайте спальный мешочек стоит. Сам я ложился спать в доме. Ой, а что это так звук пропадает? Нет, мне нравится. Оу, да. Понятное дело, мои ресурсы остались живы. Выходил я здесь и даже как-то непонятно. Но, по ходу дела, все-таки агрили на мой дом. Потому что, блин, нифига, полная жопа. Полная жопуха, короче, тут. Все попереломано. Так, срочно надо все это говно устанавливать. Так, вот это вот сразу возьмем. Это возьмем. Так. Саламидзе и. Так. Дальше. Ага, два. Селехонький. А, нафига? Ну ладно, это я уже заменю. Вот я тупи... Тут тупильня так тупильня, блин. Я... Так, дальше. Ремонт. Тоже ремонт. Все, ремонт. Сколько... Ой, как долго ремонтируешься, ладно. Сразу создаем дверь. И пару потолков. Отлично. Вроде как домик... О, бенгальский... Не понял, что такое? Так, дверь стоит, отлично. По крайней мере, напрямую ко мне сюда уже не зайду. Так, level up, отлично. Так, все, потихонечку ремонтируется, все здорово. Что за бенгальский огонь? А, ну это, наверное, типа скин, да, скин на факел. Понятненько. Ладно, фиг с этим всем. Так, что у нас дальше? Выносливость. Конечно, нужно выносливость качать. Так. Что здесь нужно качать? 59. Так, вот так его сделаем. 59. Блин, я что-то даже не знаю, что качать. Дерево, точно. Вот это. Так. И дверь. Отлично. Так. Так как они стоят 0, поэтому можно их сразу же все изучить. Человек. А, господи, сраная черепаха. Господи, я думаю, какого фига здесь кто-то топчется, такой звук еще. Ой, не знаю, слышали вы нет, но я очканул. Так, ладно, дерево. Дерево добыли, ну, изучили, все отлично. Так, вот это гадость. Дерево, ну, какой у меня левел-то хоть? 16-й, ёлка-макарёк, 16-й левел. Ну, а что, что поделать? Надо камень, кстати, камень. Камень. Я думаю, где-то он там же, где-то 20 левел, вот на верстачок, я думаю. Что я думаю? Камень. 24, да уж. Ладно, тогда создаем дерево. Что мне сейчас нужно? Трубу взял. Погнали дерево добывать. Вот, как я уже говорил.
формат видосика будет примерно такой, что я буду снимать практически все свое выживание, за исключением некоторой добычи и так далее, когда это уже будет тупо банально. Он бегает. Дилка бегает. Будет мешаться. Вот, поэтому как бы там посмотрим. Посмотрим. Не, кстати, может Карна и сам сагрился на меня спящего. Я не знаю. То есть, агрятся они на спящего или же нет. То есть в этом плане. Ну, я хотел друбить. Так, дерево. Волокна не хватает. Волокна, прикиньте, волокна не хватает. Волокна не хватает, черт побери. Так, ладно. Погнали за волокном. Так, давай вот здесь соберем волокно. Так, волокно. Так, дальше. Вот он. Давай сразу побольше сделаем фундаментов. Так. Я почти двигаюсь. Oh yeah, well. Опаньки. Не то. Ну, Алёша. Ага, вот так вот. Давай уже. Так. Ага, все, сделал как надо. Так, теперь мне нужно что? Мне нужно волокно. Вот давай еще дерево. А зулберри туда. Ну, я тоже туда. Так, чтобы не мешался. Так, дальше что у нас? А вот это вот мне нужно. Это мне нужно. Даже побольше стенок. И дверь. Отлично. Что создаю? Я создаю обычные. Да вообще пофигу, господи. Главное, что было. На крайняк у меня же есть пистолет. Пистолет, браво, пистолет, который мне поможет в этом плане. Так. Выход. Давай сделаем так же выход. Так, ходилка. Дилка там тусуется, это фигово. Черепаха. Сейчас они с Дилкой схлестнутся, по ходу дела. Или же они друг друга не трогают. Хи-хи! Закрылся. Отличненько. Да что я этот сраный копье вечно достаю? Оу, yeah. Все супер. Остается только поднимать все выше и выше. Так, что для этого мне нужно? Дерево. Конечно же, дерево. Так, что у меня тут по левелу? Левел... А, я... О, печка! Здорово. Так, погнали. Ну, в смысле, я сейчас печку изучу. Так, давай-ка сделаем стойкость. Вот этого хватит, думаю. А дальше вес. Обязательно надо вес прибавить себе. Потому что это плохо без веса. Так, отлично. Да, 21 левел, все здорово. Теперь я могу изучить печь. Все здорово. Так, ага. Давай-ка я изучу еще переносную печь. Крутись. Так, где-то. Ой, да ладно. Фотон. Здесь фотонки установлены. Прикольно. О, верстак, точно. О, металлическая. О, пошла жара. Так. Что еще мне надо? Ага. Шип хед. А, постройка. Блин, не знаю тогда, что это за фигня. А, так, что это у нас с этим коллектор? Неужто автосборщик? Стоит ноль? Соберем.
Точнее, изучим. Так, Angel Gale. Ну, это понятное дело. Это... 0 стоит. Почему бы и нет? Раз уж 0 стоит. О! Переносной. Вообще то, что нужно. Эквуса. Так, все. Отлично. Лишнее стараюсь не тратить. Так, у меня дерево. Вот у меня, похоже, сейчас дерево будет жапецкий. Нужно будет загонять его, добыть. Так, слиток металла. Это, понятное дело, кожа. Всего-то. Так, и плавильня. О, да, наконец-то плавильня. То, что мне нужно. Так, погнали. Горочка, нифига у меня перевес. А с какого фига у меня перевес? Камня, нифига у меня... А чё у меня так много камня? Отлично. Такс. Да поставим прямо здесь, господи, какая разница? Такс. Заперто, отлично. То есть, чем хорошо вот эта вот фигня? Так как здесь работает система защиты, то есть вышел и все твое, так сказать, сохранено, то даже если мою постройку сломают, но не сломают фундамент, кстати, он стоит на двух фундаментах. Хе-хе-хе, ну вот это главный. Вот, не сломают фундамент, а сломают, допустим. То есть доберутся до печки, они не смогут ее открыть. Они не смогут сломать. Ну, в смысле, да, также динозаврами сломали все дела. Ну, блин, тут заморочек больше будет. Моя задача какая? Устроить больше заморочек врагам. Вот. Ну, я думаю, пока что... Ну, в целом, здесь сервер такой спокойненький должен быть. Так что я очень на это надеюсь, что все будет нормально. Так, что мне нужно? Мне нужно вес. Конечно же, вес. Верстак. Для верстака мне нужен металл. Двойная дверь уже обеспечивает защиту моего немногочисленного лута. А вираптор, твою мать, уйди уже отсюда. Кстати, надо будет посмотреть, что за сральник, в который ввели. Что-то я сейчас вспомнил, увидел трек срет и вспомнил, надо посмотреть. О, просто так срать тоже можно, отлично. Я просто... А, да, точно, я же видел это. Я просто так сел. Посмотрим. Для начала мне нужно добыть дерево. О, блин, я тут сейчас заметил только что. Я гундосю. Вообще-то конкретно у меня нос, оказывается, заложило. Сегодня под дождь попали. Такой прям резкий ливень был. Прикольно. Вот, и это... Потом, видать, подпродул чутка. Ну, это фигня. Автоматическая дверь. Надо будет ее поставить. Так, что у нас тут дальше? Мне нужно... Немножечко... Деревце закинем. Так. Дальше мне нужно солома. Ой, волокно. Солом тоже. Так, вудвол. И перекрытие. Блин, сраная солома. Здесь фиг разберешься, где потолок, где нет. Точнее, где есть потолок, а где нет потолка. Так. Ай, чёрт, я шпрыгнуть не могу. Так, уберись. Хе, стенки закончились. Так, что... Блин, реально ресурсы прям заканчиваются на ура. Но... Это до поры до времени. Начало у нас всегда сложное, и даже если фрейты большие, все равно это сложно. Так, сраный вираптор. Очканул. Дерево, да ладно, мне дерева сейчас не хватит. Сраный верстак. Ха, дерева не хватает, сраный верстак. Так, теперь хватает дерева. Теперь слиток металла. Отлично. Дальше мне нужна кожа. Что еще там? Камешек. Делаем переносной верстак. Так, там нужна будет кожа, дерево. Ага, это все есть, отлично. Погнали.
этом? Дерево! Дерева нет. Такс. Я думаю, этого будет достаточно. Создать. Ладно, пока что тебя создадим. Все равно не хватит, да? Зараза. Так, не хватает два штука. Так, ну, пока что я создал уже вот это. Это здорово. Кирочка, это хорошо. Кирочка, это пригодится. Давай, 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 создавайся быстрее. Авираптор, да? И не только. Я очень надеюсь, что сейчас никто не нападет на меня. Я чую. Я столько мучился, добывал эти металлические инструменты. Я к ним стремился целых два дня. Вот. Ну, хотя не так уж и жалко. Как раньше было. О, господи, металлические инструменты. Вот, сейчас как бы вообще это... Уже как к этому легче относишься и уже более расчетлив в этом плане. Так, скорость передвижения, да. Передвижение. Такс. Сразу же изучим все. Фапит. Ну это, это точно, это не лут, это пускай там. Не так часто что-то изучаем. Так, что, погнали. Твою мать, говно. Ну пошла же, да. Оу-е! Так, кожицам. И мясо. Так, погнали, дерево. Сейчас сразу нормально дерево уже добудем. Отлично. Самое главное, до перевеса не догнать. Нужно немного с этим параметром тоже следить. Никто не бегает за мной, да? Никакая мелкая сволочь за мной не бегает. Так. Так, что мне нужно? Мне надо стенки установить и 4 потолка. Стенки и 4 потолка. Так, мне вот это нужно. Скинуть стенки, 4 потолка, стенки, 4 потолка. Так, погоди-ка, я все мясо протухло. Это на какая подстава? Ну ладно, так, ну, давай по новой пожарим. Зажечь пламя. Так, нормально. А, не, сиди там, нафиг надо. Так, что мне сейчас нужно? Что мне сейчас нужно? Мне нужно стенки. Ага. Раз, два, три, четыре стены. И 4 потолка. Так. Раз. Два. Три. И 4. Отлично. Так. Раз. Два. О, куда надо? Ну ладно, мне здесь тоже второй этаж нужен будет. Я все-таки сделаю именно такую каморку. Алло, блин! Хорош! Не, я понимаю, лестники все дела, но мне ж лень. А, да, наконец-то. Господи. Так. Теперь. Ну, двойной вход я также оставлю. Пускай он будет.
По крайней мере, лут у меня будет храниться здесь, и здесь хоть как-то будет для меня, можно так сказать, поспокойнее. Конечно, это первоначальный домик, к тому же потом что-нибудь поинтереснее придумаем. Так что пускай будет таким, какой он есть. Ну вот, здесь тоже надо будет заменить все. Солома закончилась, ты прикалываешься? Все дымит, все пыхтит, вообще здорово. Так. Так. И вот так. Так, и еще мне нужен демоган. Демоган. Здорово. Так, теперь закидываем также на семерочку. Чудо-дверь ставим сюда. Открыть, закрыть, отлично. Так, теперь... А, или все-таки сдвинуть. Давайте-ка я, наверное, здесь сделаю проход. Так, 7. Режим. О! Он еще и цвет меняет. Когда он типа разрушает, он красным. Прикольно. Здорово. Разрабом респект. Так. Так, пока что пройти не могу. Все хапаем. И подобрать. Так, стоять. Что-то мне как-то не так он стоит. Не как надо стоит. Короче, будешь так. Нет. Какая-то лажа полная получается. Так. А стоять. Угу. Я забыл, что можно на Q менять. Но вот какого-то фига он не хочет именно ставить туда, куда мне нужно. Ага, вот так нужно было ставить. Ясно. С этим еще не, чутка не сильно все понятно. Так, четверочка. Так. Да ты меня задолбал. Понятно. Надо лицом, короче, стать. Странная дверь, я испугался. Господи, она сама открылась. Так, ну, собственно, на это и весь расчет, чтобы дверь у меня сама открывалась. Но вот эта дверь обычная, чтобы она сама не открывалась. Так, что тут у меня по еде? По еде мне надо. Так, отлично. А, что дальше? Не-не-не-не-не. Слишком мельчить не будем. Так, ну и все. Теперь так, тушить. Меньше выделить будет. Это все скидываем и погнали уже добывать дополнительные ресурсы. Подожди, мне нужна рампа, чтобы забегать быстрее было. Рампа. Вот, сразу же изучила обычную рампу и из S+. Офигеть, у меня лев. Ой, я на камне уже докачался. Ё-парасота, ну что же за такое прям? Так, все в скорость, чтобы быстрее все было. Так, рампа. Дерево, солома, волокно. Все то же самое. И рампочка. Вот, просто эта штука мне точно будет очень сильно нужна. В том плане, что быстро забегать еще никогда мне не вредило. Вот так вот. Все, погнали. Погнали. Блин, нет, чтобы томить
животных нужно хоть какую-то базу сделать. Ну, раз я до камня докачался, то я думаю, по идее, можно будет и начать базу более или менее такой строить. Ёб твою штадлеву, у вас сколько тут? Пошли все вон. Смотрите, как сразу же дамаг по ним уменьшился. Оп, сейчас минус один. О, дамаг по 12 стал. Сейчас еще одного зовут. О, 14 стал. Так. И сейчас должен... О, отлично, пошла жара. Борзевшие морды, а. Ишь ты, дамаг по ним меньше. Вожака последним. Он хорошо держался. А, точно, блин, а я все жду, когда сверху появится у меня отображение на дроп. Странный птер. Я испугался. Я думал, человек уже на птере. Так. Это уберем, чтобы лишнего ничего не появилось. Так. Погнали сразу за металлом. Немножечко добудем кристаллов. У-у-у! Козел. Надо болос сделать. Скотина драная. Чтоб тебя, сволочь. Просто из принципа завалить. Мне это мясо нафиг не нужно. Просто из принципа. Там где-то еще одна тварь бегает. На мясо пущу. Так. Я говорю, просто из принципа. Не берите в голову. Троодон, да пошел ты в жопу. А где это пега-пега? Где эта тварь мелкая? С моей кожей. Ненавижу их. Ладно, погнали уже отсюда. Воевать, конечно, это хорошо. Но и не нужно забывать о том, что я собираюсь делать. Так, левел ап, отлично. Сейчас, я думаю, мне хватит и левела, и энграмм для того, чтобы изучить все каменное. Но для начала, я думаю... Да пошел ты в натуре, твою мать, козлина. Пить он захотел. Потерпеть не может. Днище. Только от воды ушел. Че я не глянул на этот сраный индикатор? Эй, ой, там спина плавает. Вот это здорово. Да пошел ты! Понятно, у меня тут важная птица. А идите в зад, сраные компики, устал я уже с вами воевать. Так, хватаем кирочку. И вперед. Погнали соседу, посмотрим, что он там, да как он там. Очухался, не очухался, в том плане, что зашел онлайн, не зашел. Так, ну это все можно сломать, да. Понятное дело. Я здесь так и сломал. Вот, собственно, 5-12. Кстати, сутки прошли ровно. Так, а ты у нас еще полтора суток. Отлично. Ну, а что, можно будет притомить, что он там будет стоять. Ладно, погнали. Погнали, добудем немного ресурсов в плане... Да сраные троадоны! О, вот это мне кранты, короче, здесь да, настал. Нифига себе! Я, кстати, с их там еще несколько было. Я, кстати, с троадонами ни разу как такового вот так вот лицом к лицу не состыковывался. Не на динозаврах. Просунул свою голову сквозь текстуры лошара. Такс. Погнали, чё? За своими инструментами. Чё-то я не ожидал, что они там будут. Вообще. Да уж, по ходу дела придется мне кого-то томить. На защиту и строить уже гараж сраный. Хотя бы все это из дерева делать. Да пошел ты, сраный троадон. Пошел, паню. Вот, хотя бы все из дерева сделать уже. И ворота большие сделать тоже придется. Чтобы уже вот такого не было. Чтобы уже завалить, так завалить по-нормальному этих тварей всех.
И, соответственно, и перевозить грузы можно будет. Придется все-таки в этой серии томить. Ну, томить, наверное, трайки буду. По дефолту, так сказать. Сраные тратоны. Пошли вон отсюда! Кш-кш! Кш-кш-кш! Уроды. Тварь, а? Да чтоб вы поперхнулись моим копьем! Так. Я вижу свою сумку. Да ты ж козел. Пошли за мной. Эх. Иди сюда, я тебе голову раздербаню. Не, тут просто это единственный вариант. Это реально единственный вариант, как избавиться от них. Чтоб я смог залутать свою сумочку. Блин, это подстава. Подстава. Да ладно. Альфа-карт, там бегает. Отлично, просто. Вот только тебя мне не хватало. Так, он мне без вариантов надо туда бежать. А, не, я могу же так пробежать. А, не, все равно все будет плохо. Погнали. Альфа-карт. Я, кстати, уже и не припомню, чтобы я вот так вот создал металл-инструменты первые, и у меня все было хорошо. Обычно я все эти инструменты первые теряю. В прямом смысле слова, я их просто теряю. Сам сдохну. По глупости сдохну. О, прикольно. Вот на корабле стоит. Это урва. Тоже нужно будет посмотреть. Вот. О, маячок. Точно. Здоровская штука. Помню, строил я маяк. Было прикольно. Ну, кстати, смотри, как прикольно сделал. Чувак прям молодец. Вы устали, отдохните, а? Обалденно просто. По глобазу врага стоять устал. Ну да. Вот, я обычно либо меня убивают уже и так далее. В общем, первые инструменты я всегда теряю. И редко я от них пользу получаю. Вот как сейчас, к примеру, создал. Вроде бы и создал эти инструменты. И вроде бы уже добывать могу ресурсы, а нет инструментов. Да уж. Как говорится, и такое бывает. Сам, конечно, косяк, то, что я заспавнился на противоположном стороне. А еще сейчас темень сраная наступает. Я вообще ни черта видеть не буду. Авироптор. А нет, это Дилка. Дилка, нет. Не догоняй меня, Дилка. Мы же с тобой друзья были в самом начале моего развития. Когда я тебя случайно притомил, ну как случайно оглушил, думал, ну ладно, притомлю я тебя, раз уж на то пошло. Эх. А потом я ей могильную плиту уставил еще, когда она померла. Кстати, это была она. Традон, твою мать. Козел. Драные ублюдки, как вы меня бесите. Да пошел ты в жопу. А, этот конченый чмошник устал. Пошли поплаваем. А, черт у меня. О, их двое же, точно. Я забыл, они тут стыковались. Да ублюдки вы тупые. Когда эта странная кровать отреспавнится? О, отлично, наконец-то. Пока не замутеришься, это говно не отреспавнится. Еще мне бесит в этой игре, то, что вот он как лошара конченая встает по полчаса. Ей-богу. Не, ну я понимаю, это нужно показывать. Ну сделайте так, что это в настройке будет включаться. Закройся, скотина. Меня это раздражает. А самое главное, я теряю столько времени на этом говне. А еще нередко меня убивают из-за этого говна. Да пошел ты в очко! Не в мое. В целом. Походу тот радон сверху тоже свалился. Ой, господи, мне показалось это свечение от альфача. Это было бы весело.
Если бы здесь свечение было от альфа чая, здесь было бы альфа. Да пошли вы страху, компики сраные. Не до вас сейчас. Это миссия по спасению моего лута. Я просто уверен, что я сейчас на Троадона нарвусь. На того, который здесь наверху остался. Кстати, я до сих пор еще не знаю, почему некоторые области так освещены. До сих пор. 8,5 минут. Твою мать. О, перестало освещение быть. Вот подстава. Так, ладно. Давайте уже заниматься тем, для чего я сюда приперся. Ну, в смысле, не сдыхать от традонов, а добывать ресурсы. Ну вот, и уже будем кого-нибудь томить, раз уж на то пошло. Сейчас металл закину на обжарку, и все будет здорово. Вот, нужно будет кого-то томить. Кого томить? Трайка томить, конечно же, Трайка. Нужно еще парашют сделать. Мне он нужен будет. Да, был бы парашют, я бы сейчас бы так не бегал. Кожа есть, солома есть. Нам вроде бы еще волокно нужно, это все есть, говно, по сути. Так что можно будет все это дело создать. Но для начала нужно изучить. Просто сейчас спускаться придется туда бежать. А это четко фигово. Так, 40. Ну, вполне нормально. Выносливость. Скорость передвижения вот так вот сделаем. Не гв, а пар. Так, с парашют. Вот, отлично. На 22-м левеле изучается. Или уж спрыгнуть себе на дом? Чтобы уже через троадонов этих долбанных не бегать. Ладно, погнали. Хватит уже суицидничать. Меньше суицидальных мыслей. Больше файтинга и выживания. Да уж. Обживал, блин. Кстати, блин, никогда не замечал, что вот это вот, он светился синим цветом. И богу, только вблизи я видел, что они светились синим цветом, синий, красный, там все дела. Честно, ни разу не видел. Чтоб издалека так светился. Что-то с графика, что ли, настроил? Сраные птица, чайка долбанная. Пирозавр! Так, отлично. Пошла жара. 560. Да пошел ты, блин, жрать что ли захотел, козел. Так. Так, и деревце. Зажечь огонь. Так, ну давай это тоже пускай все же. О, сколько у меня дерева много, я смотрю, прям аж. Вот уж прям вообще прям так много дерева. Что просто кабздюнь. Так, вот это выкидываем. Так, места-то мало. Извиняюсь. Что-то у меня вообще прям называется договорился. Так, парашют. Волокно, кожа, солома. Так, волокно, кожа, солома. Отлично. Создадим два. Последний слот, это, конечно, хорошо. Но я очкую то, что у меня просто его-напросто сопрут. Вот, поэтому туда скидываем. А, кстати, сколько ты весишь? Ну, по три. Это немного. Но в реалиях этого сервера это немного. Так, погнали. Немножечко добудем дерево. Странная природа. Странная дикая природа. Ах ты, утконос долбанный. Как хрюкаешь мне тут. Лагать, я услышал. Не, все-таки играть без музыки, это здорово. Я слышу много. Сейчас бы, если бы я бы не услышал его, он бы просто ко мне подошел бы и начал клевать мне по морде. Скотина, так как здесь паразавры, они агрятся. Скоты. Вот, так что... Так. Блин, надо на...
присесть, короче, обратно перекинуть. Ладно. Не, давай соломки-то будем еще. Вода заканчивается. Да ладно, прикалывайтесь, что ли? Лага заметил. Вот бы сейчас жапень была такая, прям жесткая. Так. Уже неплохо. А может ли это нам? А почему бы и нет? Давайте летуна притомлю. Илка, пошла в жопу! Так. Закидываем, пожалуй. Ну, думаю, столько хватит. Так. Здесь у нас... мясцо. Пускай будет так. Это вот так. Скидываем туда. Погоди, чтобы томить птера, мне нужен кератин. Соответственно, сегодня птера томить не будем, но его в баню. Просто уже сразу же его оседлать и не заморачиваться. Поэтому других ягод все равно нету. Так. Давайте-ка я скину инструменты. Мне сейчас они не нужны будут. А вот потерять их чутка неохота было. Хорошо, тоже скину. Мне он сейчас, думаю, будет не к чему. А вот копье ставлю. Надо волосы уже состряпать. С ними, чтобы бегать. Так, ладненько. Фиомия мне не надо. Мне нужен трайк. Да чтоб тебя не залез. Ох, я ж тут хожу, вспоминаю. На первом моем выживании здесь стоял дом, здесь стояла база. Я боялся к этой базе подходить. Я боялся вообще рядом с этой базой находиться, короче. И тем более за эту базу заходить. 140-й, да ладно, ты прикалываешься. Ну-ка, погнали. Жара вперед! Ну-ка, как ты будешь томиться? Ой, вы! Погоди. Погоди. Это, конечно, хорошо. Но я думаю, лучше собрать можжевельку. Не, я не спорю. Как бы томить это не сложно. Все хорошо. Ну, я думаю, лучше давайте можжевельками. Я думаю, там в два раза быстрее будет. Вот. Так, что-то можжевельку-то я нифига не собрал. Кстати, напоминаю, я ваши комментарии увижу еще не скоро. А вот, примерно неделя запас будет. Да. О, полтинники, думаю, хватит. В каком плане неделя? В том плане, что я ваш... О, вообще зачетно. Я ваш комментарий увижу только через неделю. То есть, допустим, вы вот написали под этим видео комментарий, соответственно, через неделю я только на него отвечу. А ты угорел, что ли, жрать он хочет? Еще кормил недавно. Вот днище троглодитное. Трайка, корми. Эй, Трайк, стой! Погоди, не спеши. Сюща, не спеши, все хорошо, да. Спеши. Сраная дудо! Они теперь свистят, как попугая. И я подумал, там кто-то из людей свистанул, типа, животного, чтобы он... Я все, я очкую, короче. Ну, это реально, это PvP. Я на PvP играл мало, и поэтому для меня любое действие, движение, это все, это прям очкую.
Вот, поэтому как бы я так себе веду в этом плане. Так, давай. Кормись, кормись, кормись. Не, здорово, здорово, 140-й левел. Да это неплохо, если не ошибаюсь, здесь всего лишь 150 левел максимум. Так что, да даже если это не максимум, все равно это лучше, чем всякие 20-е здесь левел уходят и так далее. О, левелапчик. Кстати, что у меня там? А, плюс один левел тут еще пока что. Так, и качну я... Давай скорость. Скорость передвижения, это хорошо. Так, 30 левел у меня. Нужно равномерно и, самое главное, правильно раскидывать статы, чтобы потом было легче. Чтобы потом мне пришлось варить тоник забвения и уже сбрасывать статы, инграммы и так далее. Здорово. Такой геймплей. Прям захватывающий геймплей. Я прям даже не знаю, что сказать. Просто. Посмотрите, как он кушает. Просто потрясающе. Не, реально, я просто уже засыпаю, сижу. Это просто. Это такой геймплей еще. Я это просто. Уах, вообще. Слов нету. Благо здесь томится он быстро. Реально он быстро томится. Томится он с руки. Это просто кошмар, если его так томить. Но опять-таки же, томлению можно посвятить целый выпуск. То есть просто, ну, то есть на 1x3, так если играть, просто томлению можно реально посвятить одну серию, и все, и чисто вся серия будет томление. Вот. Блин, надо еще посидеть, попридумать. Ну, я думаю, уже я уже придумал, когда вы смотрите это видео. Вот. Посидеть, попридумывать критерии о вступлении в команду и как, соответственно, набирать в команду себе. Вот такие вот дела. Давай, последняя кормежечка. Оу, е. 208 левел. Здорово. Погнали. Погнали. За мной. Ой, там акула бегает, отлично. Так, что нужно на седло? Что же нужно на седло? Так, погоди. Блин, это же дверь не автоматическая. Так, седло. Седло для трайка. И кожа, дерево, волокно. Дерево, кожа. Создаем седло. Так, все, перекидываем. Перекидываем. О, отлично. Так, и седлецо. Отличненько. Теперь могу не только быть в защите, но еще и добывать ресурсы. В плане ягод. И ягод. Да, он только ягоды добывает. Так, что у нас мы имеем? Давайте дамаг немножечко подкачаем. Так, хавку я тебе, получается, добыл, да? Так, все, пучком. Ну, давай еще немножко добудем. Вот и все. Здорово. Так сказать, пришлось потомить трайком. Деваться некуда. Вот. Ну, зато сейчас придется мне еще и создавать ему стойбище. То есть где-нибудь здесь, то вот так вот. Создавать, большие ворота строить и так далее. Да уж. Растраты, как говорится, на растратах. Ну, а что поделать? Да.
Ну, а создавать все это стоящее я уже думаю буду за кадром. Побегаю, порубаю ресурсы, да и серия уже должна подходить к своему логическому концу. Поэтому на этом на сегодня все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. В общем, конечно же, делиться моими видео с своими друзьями. Все, всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока.